Привет, это разбор новой 65-й серии Скибиди Туалет. В общем, смотрим и разбираем. Мы слышим полицейские сирены, и двух агентов убил Скибиди полицейский, но нас он не стал убивать. Скорее всего, для того, чтобы мы засняли бой. Тут очень много Скибиди Туалетов, пила, вот Скибиди ученый. И прилетел Джимен. Джимен прилетел из того места, где он улетал в прошлой серии. То есть это по хронологии идет. Как было, сразу прямое продолжение этой серии. Он прилетел и готовится к битве. А вот и наши китайцы улетят. Иди все Скибиди Туалеты улетают. И Скибиди ученый такой: эй, Чашуик, давай до свидания. Джимен офигел, но он разозлился все-таки. Начал заряжать лазеры. И начал атаковать наших титанов. Камерамен титан закрывает титан, спикермен перелетает назад. Камерамен титан стреляет из своей новой пушки мощной. Джимен слезает очки. Спикермен титан атакует его звуковой волной. В общем, Джимен летает. Вот, это... Если мы сейчас еще раз посмотрим... Вот здесь... Так... Звуковой волной атакует. Мы посмотрим, вот это был среди кадр. Вот. Спикер его смывает, а ему пофиг. Он такой с головой, и это, вот это прикол вообще, мне прям понравился. И Джимен такой: а что, в смысле, как так? Камерамен Джимен бьет молотком, и вся защита слетает, и две пушки. Вообще, ну, вообще, его жестко бьет Джимена. А тащит, спасает жизнь нашему камерамену. И спикер вонзает ему ножи в глаза. И все. Чтобы не засунуть, поджарился. Слишком пережарился даже. Камерамен Титан снова открыл свое ядро в битве. И оказалось, что это не Джимен, а обычный Скибиди Туалет. Ну, тут не обычный, а Титан. Другой. И тут ловушка. Если мы видим, тут раз Скибиди бомбардировщик, два, три и четыре. И два скибидиста с бочками. Если мы будем смотреть на этого Скибиди, у которого красные бочки, у него белые глаза. И он бешеный, то есть. Спикермен Титан поэтому стрельнул, который рядом, но не только бочек. И тут мы видим, что Спикермен Титан улетел, а камерамен решил прикрыться щитом. И я вам заранее скажу, что это был этот игра. Наш камерамен, видимо, от ударной волны поломался. Чуть-чуть. Вот видим Спикермена, он горит, но он потухает. И вот тут, вот так, если мы будем смотреть, то там он в красной машине Дефок Бум сидит. Дефок Бум. Поднимается камерамен Титан. Если мы будем смотреть, какие у него повреждения. Так, секунду. Куда-нибудь сюда, чтобы почетче было, простите. Вот так, если мы будем смотреть. Так. Ну, я вижу ядро, что-то, мне кажется, подугасло. Тут, во-первых, он горит, камера потрескалась, и левая рука оторвалась. То есть, как бы, и щит оторвался. Тут Мулайк показывает, которой рукой, которая целая, но там я тоже пушки не разглядел. Сначала он показывает лайк, ну, а потом опускает палец вниз, к сожалению. Вот, камера угасает, ядро, мне кажется, тоже угасает. Вот, а еще, как это сказать, вот где рука, и там за камерой... Как бы электрические вот эти... Ток. Такие как бы... Ну, электричество вот как будто вот. Знаете, такие молнии. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.